Господа, приветище. Это я после новогодних праздников. Сегодня мы с тобой поиграем в прикольненькую игруху под названием Wrong World, что переводится как «Неправильный мир». Бегаем мы вот за такого пушистого, я даже не знаю, кто это медведь или заяц, мутант. Короче, пиши свои догадки в комментариях, кто это такой вообще. Что мы здесь, собственно, делаем, и как мы сюда попали, и почему мы такие, какие мы есть, это нам предстоит выяснить с тобой. Как ты можешь заметить, у нас здесь есть голодание, здоровье, а еще я слышу, что кто-то с нами ходит. О, это кто такой? Непонятно кто. Также у нас здесь идут дни и часы, и мы можем здесь рубить деревья, разбивать камни и поднимать предметы поблизости. Хорошо, мы это попробуем. Я могу поднять вот этот вот... Кто это такой? Шерстяной комок какой-то. Я его ударил. Больно ему, однако. У него даже, по-моему, вымя есть. Похоже на маленькую пухлую свинокоровку. О! А ты что, колобок сбежавший? Ой, он, кажется, опасный. Фига себе, он как может. Колобок опасный. От него надо подальше держаться. Он может нам зарядить нормальненько так. Пойдем попробуем срубить дерево. Кажется, здесь кто-то обитает. Здесь кто-то живет. Смотри, откуда тут костер? Отвяжись от меня. Колобок, отвяжись! Пьяный колобок, чтоб тебе. Кажется, мне придется с ним подраться. Ладно. Снег пошел, прикинь. Снег! Нифига себе, здесь смена... А, солнце заходит, поэтому здесь начинает холодать. Поэтому я такой огромный, такой... И на мне столько меха. Он влетел в море, и ледяной глыбой улетел в космос. Ёшки-матрёшки, как тут все меняется-то, а? Обалдеть. Так, я понял. Нам нужно развести костер. Где здесь был костер? Я пока офигеваю от всего, что тут происходит. Вообще не въезжаю, что делать. Нам надо развести костер. Значит, смотри, разжечь костер можем. Вам нужно дерево. Хорошо. Ломаем дерево своими руками. Не, походу не получится. Нам нужен камень. По-любому нужен камень. Как маленькая обезьянка, я понимаю, что мне нужен камень. Вот, разбить камень. Я могу разбить? Оу! Ломаю своей башкой. Это же больно. Капец, как больно. Ну ладно. Видимо, у меня мощная черепуха. Меховая мощная черепуха. Она все выдержит. Ломаем. Отлично. Грибы в камне. Это интересненько. Очень любопытненько. Интересно, как они в камне растут? Ладно, это не моего мозга дело. Собираем. Мы вообще находимся на неправильной планете. Здесь все неправильно. Не надо удивляться всяким непонятностям. Значит, у нас есть камень. Камень нам, в принципе, не нужен. Я понял, как теперь рубить деревья. Да, попробуем срубить. А что-то не рубится. Видимо, это маленькое дерево. Нужно большое. Вот, например, вот это. Это же дерево? Или это какая-то непонятная каменная кочерга? Я кого-то слышал. Очень опасного. О, рубится. Отлично. Рубить я могу только большие деревья. Ну, хотя как рубить? Долбиться. Долбиться об дерево, чтобы его сломать. Ой, да. Деревяшечки, подбираем. Стой, деревяшечки, не катитесь никуда вы от меня. Куда это вы покатились, таямба? Собираем все это. А, чудесно. Желудь. Ух ты. Также у нас здесь есть крафт. Где крафт? Деревянный топор могу скрафтить, деревянная кирка. И я, кажется, слышу... Это что за зеленые огромные слизняки там летают? Что это за сопли? Они и здесь есть. Мне кажется, что лучше... К ним не подходить. Давай разожгем костер. Действуем по плану. Где костер? Где костер? А, вот он. Я уж чуть панику не врубил. Разжечь костер? О, отлично. Отлично. Приготовить еду можно в меню крафта. Давай посмотрим, что приготовить можно. Еда. У меня есть грибы. Значит, я могу сделать грибной суп. Но нужно 3 гриба. А с одного никак? Нет, с одного никак. Значит, можно поломать, в принципе, камни. Как мы уже с тобой поняли, они выпадают с камней. Капец, такие булыжники я ломаю своей башкой. Что же я за чудовище такое? Так, сломали. Что это такое? Это медная руда. Блин, неудивительно, если я тут смогу делать какое-то оружие огнестрельное. Это будет просто чума. Меховой... О! День наступил. Меховой медведь бегает с ружьем. Это же просто вообще красота будет. Еще медь выпала. Где грибы? Мне пожрать надо, у меня голодание скоро наступит. Короче, грибов я не нашел. Я хз, как мне тогда из камня выпал гриб. О! Золото нашли. И уголек. Я нашел здесь пушку. Вот такая вот огромная пушка. Может быть, я смогу с нее пострелять.
Я слышу, что ко мне кто-то двигается. А я пушкой очень медленно двигаю. Короче, давай сделаем вот так. Огонь! Фитиль поджегся и... Мы выстрелили ничем. Хм. А если я выстрелю в эту голову? Так. Кстати, у головы есть тут какой-то чан. О, она болтает, прикинь. Кажется, сюда нужно подношение какое-то положить, может быть, не знаю, курочку какую-нибудь или колобка мертвого, и тогда она его съест и будет мне благоволить. Ну, там, погода хорошая или еще что-нибудь, но это не точно. Хоть бы ягодка какая-нибудь, что ли, попалась. Да, вот это вот, конечно, приключения. Я бы их назвал голодные приключения Мишундры. Смотри, 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 ящичек нашел. Так, может, мы его сломать как-то можем? Эй, ящик, ломайся. Ууу, монетки. Перцы или что это такое? Или это морковка была? Погоди, это морковь. Правда, она как-то не так называется. Морквыса. Давай посмотрим, что мы можем приготовить еще. Жареное мясо, картофоид фри, грибной суп и рыбные палочки. Точно! Пойдем на море. Может, я смогу поймать рыбу какую? Какие чудные песчаные домики. Да еще их тут и несколько. Рыбка моя, я твой зайка. Смотри, у меня даже есть подводные очки с трубкой. Можно как-нибудь занырнуть? А то я так ни черта не вижу. Ты что? Меня нельзя кушать. Капец. Поел рыбки, чуть меня не схавали. И у меня со здоровьем беда. Капец. Где жрачка? Дайте мне пожрать. Я думаю, что мне надо уходить отсюда с этой пустоши и идти вглубь в какой-нибудь лес. Наверняка там есть какие-нибудь... О, гриб нашел. Грибочек. Смотри, он тут просто растет. Давай заберем. У меня есть два гриба. Это уже неплохо. Дружище, может быть... Есть! Я наконец-то добыл мясо. А, это кожа? Блин. Я-то думал, из него мясо достану. Ну вот. Мой пухлый мишка хочет кушать. И я как раз нашел грибочек. Шикарно. Осталось найти только костер. Уверен, что где-нибудь здесь он есть. А че я, кстати, ищу костер? Может быть, я могу скрафтить его? Как насчет скрафтить? А, чтобы ловить рыбу, нужна удочка. Деревянный посох, это нужная вещь. Вот он, костер, наконец-то. Не хватает ресурсов. 5 дерева, 5 камня. У меня есть 26 камня. А, дерева не хватает. Пойдем рубить дерево. Срочно. На нас. Ёшки-матрёшки. Дерево надо захватить. Желудями плюет. Дерево захвати. Ну, больно. Бежим скорее. Я на грани вымирания, у меня совсем нет жизик, я очень голоден. Вот это вроде уютненькое местечко. Быстренько крафтим костер. Твою ж, нет, не крафтим. Забирай. Вот тут, давай крафтить быстрее. Крафтим. Фигайся, у меня там дрель что ли есть? Отлично. Ставим сюда. И крафтим быстренько себе еды. Грибной суп. Это облегчение. Ща. Михалыч, будем хавать. Скоро будем хавать. Так, грибной суп есть. Кушаем. О, да, отлично. Так, значит, давай морковыса еще съедим. Вот так. И вот этот гриб съедим. Все, сытость у нас соточка. А когда сытость у нас выше 90%, у меня должно восстанавливаться здоровье. О, я могу присесть на четвереньки, круто. Фига себе, это четвереньки, что ли? Так еще... А я еще и так бегать могу. Такое ощущение, что я сейчас буду отжиматься. Ладненько, я вроде бы здесь освоился. Давай уже сделаем себе инструменты. Деревянный топор, кирку и деревянную лопату. Пойдем калашмарить деревья. Нашел самую жирную пальмочку. Посмотрим, сколько с нее выпадет. Пару желудей. А вот это что такое? Что это такое? Семена. Я могу пальму посадить, что ли? У нас есть 5 древесины. Это значит, что мы можем сделать себе топор. Это уже какое-никакое будет оружие.
Вот он наш топорик деревянный. Ну-ка. О, отлично, теперь я боец. Правда, с плохим здоровьем, но ничего. Ой-ой-ой, ты посмотри, кто за мной гонится. Это же бегущая змея. Змея с ногами. И слышь, как она ржет. А как-нибудь можно тебя ударить? Вот так вот тебе, получай. На тебе. У меня есть топор. Че ты? Я тоже так умею. На тебе. На тебе. Ну. Вау, когда ты уже свалишься? Капец, она бессмертная, что ли? Мне кажется, ее долго придется долбить. Близко было. Мне кажется, что если она меня укусит... Наконец-то! Наконец-то я убил эту змейку. И тут с нее мясо выпало. Фига себе. Можно приготовить. Обалденно. Но прежде... О, грибочки. Что-то мне начало фартить, слушай. Забираем грибочки, цветочки. И рубим дерево. Наконец-то топориком рубим, не своей башкой. И как быстро-то. Шикарно. Собираем, значит, древесину. Ой-о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 й. Все хотят меня сожрать. Особенно вот эти мозги зеленые. Зомба. Зомбы-мозги. Ну давай, давай, иди сюда. Я тебя сейчас попробую ударить. Нет, я боюсь его ударять. Он очень быстрый. Пойдем лучше от него подальше. Вернулись к нашему костерку. Сейчас зажарим с тобой мясо. Где у нас? Мясо. Мясо змеи сейчас будем жрать. О, да, оно даже восстанавливает немножечко жизик. Итак, дерева у нас предостаточно. Давай сделаем кирку. Теперь лопату. О, в инвентаре места мало, лопата вывалилась. Надо что-нибудь сожрать. Например, вот грибочки. Блин, сырой мухомор навредил моему здоровью. Это нехорошо. Все! Теперь можно копаться в песке. А где моя лопатка? Дай попробуем выкопать что-нибудь здесь. Фига себе. Место раскопки заблокировано. Почему оно заблокировано? Эй! Как это оно? Почему это? Такие кучки странные. О, нифига себе, что я выкопал? Я могу копать, но вкапываться я не могу. Знаешь, что я понял? Я понял то, что у меня в инвентаре уже нет места. Я думаю, что пора бы посадить желуди, это во-первых. А во-вторых, нужно обустроиться. Сделать свой небольшой домик. И сделать небольшой сундучок, где я буду все складывать. Значит, давай мы немножечко покопаем вот здесь вот. Я думаю, что так я смогу посадить желуди. Да? Я могу посадить желуди? Закопать что-нибудь. Вот, например, желудь хочу закопать. Есть. Отлично, сейчас мы... Сейчас мы... Что это было такое? Кто это ко мне бежит? Он меня видит и очень издалека, слушай. Капец. Ты ж... Отстань от меня, злый день. Или ему пофиг на меня. Он просто вперед куда-то идет. Походу, он за мной наблюдает. Если я к нему подхожу, он от меня убегает. Вот засранец, а. Ну ладно, пусть смотрит. Главное, надо быть начеку. А то вдруг он со спины нападет. Так... Кстати, смотри, я могу закопать в землю, по-моему, еще мех. Офигеть, только зачем? Для чего это? Что это растет там такое непонятное? Я посадил мех. Блин, эта штука, походу, будет все время за мной бегать. Пойдем, короче, разберемся с пнем, который нас хотел атаковать желудями. Попробуем его топором зарубить нафиг. Есть! Зарубили, короче, этот пень. И вот этот попрыгай куда-то исчез. Ну и ладно, нам же лучше. Он не будет нас нервировать своими прыжками. Теперь, змейка, твоя очередь. Мне нужно твое мясо, чтобы сделать приманку. И наловить рыбки. А мяса нет. Ну капец, вот это подстава. Значит так, мы набрали с тобой 10 дерева. Но удочку нам пока рановато делать. Сделаем давай лучше деревянный посох. Это смертоносная палка, которая поможет нам отбиваться от всяких монстров. Вот так вот она выглядит. Сколько у нее урона-то хоть? Ну что за дела? Десяточка есть у топора. Хотя бьет несколько целей сразу. Поэтому она очень крута. Вон на что. Ну ладно, пусть будет палка.
На самом деле, выкинутое дерево. Лучше бы я ее не делал. Посмотрим, что у нас тут дома. Дома у нас уже немножечко подросли пальмочки. Это шикарно. Значит так. Предлагаю вначале построить нам с тобой верстак. Вот он, этот верстак. Вот такой вот верстак. Поставим мы его, знаешь, куда? Вот сюда. Итак, открылся новый рецепт. Чтобы передвинуть постройку, сделайте так-то. Ага, хорошо. Вот. О! Фигачи! Режим строителя! У меня каска сразу надевается. Смотри, хочу передвинуть верстак. Я его хочу... Как крутить, вертеть, скажите мне. А, во-во-во! Вот как крутить, вертеть. Значит, вот так вот его крутим, вертим. И ставим прямо вот сюда. Наконец-то! Теперь у нас верстак. А это означает, что мы можем творить. Ух ты, каменный топор появился у нас. У меня, кстати, тот деревянный сломался. Улучшение инвентаря добавляет дополнительный слот в вашем инвентаре. Всего максимум 20. Надо. Нужен, короче, верстак, загадочная слизь, фиг знает где найти, и 5 кожи. Ну, кожу-то мы раздобудем. Также есть лейка для полива растений и цветов. Ясно. Чё по еде? Ну, хотя верстак к еде не относится, по оружию. Деревянная маска, ласты, подпружиненные сапоги. Вау. И это еще не все. Если я поставлю наковальню, будет больше предметов. Чё по дому? По дому сундук. Вот мне сундук нужен. Алхимический стол. Господи, сколько здесь всякого интересного. Типа лица есть. Модульный блок дома, дверь. Капец. Есть еще вот эта штука. Это что, старый сапог? А, это если я найду старый сапог, я могу рассапожить его и получить кожу. Ну, что могу сказать? Давай мы сперва сделаем себе сундучеллу. Но сперва нужно высадить кое-что. Репочку посадим. Пару реп нашел. И я думаю, что это надо дело как-то полить. Я посадил песчаное дерево. Офигеть, и такое даже есть. Очуметь. Кстати, погоди, куда это мы пошли? У меня есть куча дерева. Ну как куча? 8 древесины и несколько камней. Это означает, что я могу сделать себе нормальный каменный топор. Ой. Ой-ой-ой. Какие-то странные звуки. Нет! Мои растения! Нет! Кто это делает? Я вас уничтожу! Вот, блин, ну надо залезть срочно! Навалять вон тем чудикам! Они офигели! Они рушат мой дом! Да капец, давай запрыгивай, Миша! Я вам сейчас жопу надеру! Ах вы! Где там у меня? Вот так? Нет, надо палку взять! Давай запрыгивай, Михаил! Все, вам хана! Сейчас я вас раскидаю нафиг. Кья кунг-фу панда! Так вот вам. Один готов. Вот эту штуку надо теперь разломать быстренько. Ну блин! Все мои пальмочки, все сдохло! Я там все строил, благоустраивал. А вы свои тумбо-юмбы все разрушили мне. Скоты. Свиноты. Эх, мои деревья. А, ну, кстати, они просто уменьшились. Ах ты, мозги. Ну, ладно. В этот раз я с тобой буду сражаться. А ну, иди сюда. О! Опачи. Подожди, так это получается не мозги, это же слизь. Ну действительно, слизь. Она-то мне поможет расширить мой инвентарь. Так, что у меня тут в огороде? Ну, ростки что-то как-то плохо растут. А вот кожаное дерево, я его, в принципе, уже могу срубить. Но пока рановато, пусть растет. Значит, приступаем к сборке нашего сундучка. Делаем. Не хватает ресурсов. А, слиток меди нужен. А у меня нет слитка, у меня только слиток железа. Эх, черт. Ладно, как насчет увеличить мой инвентарь? Загадочная слизь, она у меня, вот она вроде бы. Кожа. А кожа у меня всего 2. Черт. Ничего не получается. Пошел за кожей. Кстати, насчет моего огорода. Я думаю, что ничего тут не растет, потому что... Потому что надо полить это все дело. Как насчет сделать лейку?
Всего лишь нужен слиток железа, который у меня есть. Вот он. Давай-ка сделаем лейку. Так, леечка готова. Теперь ее нужно наполнить, я так полагаю. Или мы уже сразу можем поливать цветы? Полить растения. О! Сразу поливается. Отлично, сейчас-то у меня эти растения начнут расти. По крайней мере, я надеюсь на это. О, живность! С нее мы сейчас выбьем кожу. Иди сюда, пупсик. Прости меня, но мне нужна твоя кожа, чтобы выжить. А еще было бы круто, если бы ты мне кусочек мяса дал бы. Это было бы вообще вышка. Мясо выпало. Чума. Надо быстренько найти где-нибудь кострище, разжечь его и похомячить. Блин, опять голодуха. Но хорошо, что я тут встретил змею. Может, у нее кусочек мяса вывалится, она расщедрится. Так. Нет, только кожа. Ладно, кожу заберем, пригодится. Все, мы набрали 5 шкур, возвращаемся к нашему верстаку. Да, что-то как-то у нас дома тухло, ничего не растет. Почему ничего не растет? Странно. Очень все странно. Ладно, давай наконец-то мы расширим наш инвентарь. Улучшение инвентаря. Готово. Всего на одну секцию я увеличил? Не густо. Очень не густо. Ну, что могу сказать? Жрать хочу. Ну, в общем, что хочу сказать. Игруха мне понравилась, если тебе тоже, то с тебя лайкос, комментос и, конечно, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я на этом с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.